Понедельник начинается с уборки. Административная комиссия сегодня осмотрела дворы, которые, по мнению жителей, необходимо убрать в первую очередь. Очистить от снега дворы, парковочные места, площадки перед подъездами жилых домов и тротуары. Вот перечень первостепенных задач для управляющих компаний. Сегодня комиссия осмотрела дворовые территории домов 156 и 156А на улицах Центральная и Дзержинского. Жалоба была на плохую уборку дворовую. Мы видим, что механизированная уборка здесь произведена. Выходы с подъездов подметены под метелку. Единственное неприятное открытие мы увидели здесь, что на кровлях образованы сосульки, которые не должны быть, которые могут угрожать жизни и безопасности людей. Там, где привести в порядок территории еще не успели, сотрудники Госадмтехнадзора все нарушения зафиксировали в виде фото и видеоматериалов. В отношении управляющих компаний возбуждены административные дела с выдачей предписаний об их устранении. Плохо очищены дворовые территории, внутри дворовые проезды, входные группы. Присутствуют снежно-ледяные образования. Видно, что работа ведется, но как бы есть недочеты. Соответственно, принимаются меры по их устранению. Синоптики обещают, до 11 февраля в регионе будет экстремально холодная погода. В связи с этим службы быстрого реагирования находятся в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады работают круглосуточно. В администрации создан штаб для оперативного взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и диспетчерскими службами города. В случае возникновения аварийных ситуаций обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу. Номера телефонов вы видите на экране.